ребята. Ой, мы ребята, мы хорош. Куда мы идем? Я в кино. Ты в кино, я в кино. В кино идем? Да. Да. Тоже в кино идешь? Да. Да. Ну вот мы пришли. Маша, ты какая площадка? Да. Кому что, а им площадка. Король Лев написано. Ароматная трава какая. Так не рвите. Она очень вкусно пахнет. Да. Прохладно тут, как хорошо. Никого нету. Кроме нас. Блаженство, да. Наши счастливы шариками. Lay down your soul. Come settle down, settle down. Let loose your glow. Come settle down, settle down. And I feel light for the very first time. Love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m. light. You carry my fears as the heaven set fire. Jump into the heat. Slam another free. Все, едем, да, на там? Да. Довольный? Что, вкусный хлебушек? Вот для кота надо еду взять. А шоколадку нам? 7,57. А почему шоколадку нам не купили? Думаю, нет шоколадки. Вот так вот. Видишь, кота больше любит. Мы уже так много взяли всего. Пошли уже с этого дорогого магазина. Вот у нас прогулка.
какая вкуснятина сегодня на нашем столе. Господу спасибо, надо сказать, да? Скажем спасибо Господу. Спасибо, Господи. Да. Всем приятного аппетита, мои сладкие. Спасибо. Кушайте, мои хорошие. Звонили своим детям, спрашивали, ну как там в лагере? Одна говорит, нечего делать, а другая говорит, график занятый. Вот и пойми, там нечего делать или там интересно? Это тебе. С мороженое. А на корабле бунт. Вот, бунтуют два человечка. Мам, дай. Это что происходит? Нет, им нельзя мороженое. Они бунтуют. Это ему можно. Вот, смотри, смотри, что делает. Мороженое получил, потому что помог маме подмести. За что тебе мороженое? То, что ты капризничаешь вот так вот, да, мне? Маме потеречки. Все, а Винник достоин мороженого. Ну, спокойный мальчик, хороший. Держи, мой сладкий. Маш, я сейчас потеречки. Я подвину вам чуть-чуть. Я потеречки. На. Ты успокоился? Надо сказать. Ну-ка, научи. Пожалуйста, дай мороженое. Вот. Прости. Вот. Ты умеешь разговаривать так? Нет? Нет. Ну, думай. Пожалуйста. Чё? Дай мне взять мороженое. Ну, пожалуйста, получите ваше мороженое. И впредь будьте вежливы. Чё надо сказать потом? Спасибо, мама. Молодец. А как проходит у нас воскресенье? Воскресенье у нас не проходит. Оно у нас просто не проносится. Оно просто сосвистывает. И нет воскресенья. И нет воскресенья. Вот неделя идет, понедельник, то тянется, работаем. Потом приходит суббота, и нет.